Самый западный уголок России и прекрасное место для прогулок на велосипеде. Ленинградская область. В этом выпуске передачи «Русская жизнь». Изолированная от остальной части страны, Калининградская область является самым маленьким, молодым и зеленым регионом России. Удобное расположение и хороший климат делают велосипеды самым популярным средством передвижения как в городе, так и в его окрестностях. Полчаса до моря. Экологично. То есть воздух. Зелени много. Рельеф. Маленькие улочки, которые располагают тому. Расстояния небольшие. Весь Калининград можно пройти вот 10 километров тут пешком, то час, там полтора. Не так много осталось от оригинального архитектурного ансамбля Кёнигсберга, бывшего немецкого эксклава, который после Второй мировой войны перешел к Советскому Союзу. Воздушный налет авиации союзников разрушили исторический центр города до того, как он был взят советскими войсками. Вот этот средневековый собор – одно из немногих сохранившихся исторических зданий. На ежедневные концерты органной музыки, которые здесь проходят, собираются гости со всех уголков России и зарубежных стран. Особенность Калининграда в том, что Европа очень близко. Очень много иностранных туристов, очень сильно влияние Европы, прежде всего на таком бытовом уровне, потому что туристы приезжают сюда, наши люди, которые здесь проживают в области, смотрят на них и очень многое у них перенимают. В районе порта, в одном из старых промышленных зданий, расположены мастерские, где производятся всемирно известные калининградские изделия из янтаря. Янтарь – это окаменевшая сосновая смола. Ее кусочки отличаются друг от друга не только по размеру, но и по цвету и прозрачности. Ювелиры говорят, что янтарь отличается от других камней. Он произошел из живых растений. Чувствуется, что он живой, в нем сохраняется солнечное тепло. Если с гранитом работаешь, пилишь его, у тебя гранитная пыль. Она достаточно вредная в работе. То есть надо маску, глаза, там, дрода. Вот. А когда работаешь с янтарем, ничего этого не надо. Становишься только толще, моложе, красивее. Ну, по мне видно. Насекомые, попавшие в жидкую смолу, десятки миллионов лет назад теперь увековечены в ювелирных изделиях из янтаря. Недалеко от Калининграда расположены российские курорты на Балтийском море. Здесь, на белых песчаных пляжах, можно найти кусочки янтаря, выброшенные на берег. Но основная часть янтаря добывается в огромном карьере на побережье Балтийского моря в районе поселка Янтарный. За моей спиной уникальное, единственное в мире природное промышленное месторождение янтаря, которое называется Приморским. Вот там в карьере глубиной 50 метров промышленным способом добывают весь янтарь мира. Более 90% его запасов сосредоточено здесь, на Самбийском полуострове Балтийского моря. Один из старых карьеров в 70-х годах был затоплен и превратился в янтарное озеро, которое полюбили аквалангисты. 30-метровой глубины озера служил съемочной площадкой для многих боевиков. На его дне разбросан самый разнообразный реквизит – фюзеляжи самолетов, лодок, ящики с боеприпасами. Это была Калининградская область.
В двух следующих программах мы завершим наше путешествие по России, в ее столице – Москве. До встречи через неделю в следующем выпуске передачи «Русская жизнь».